Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 2 июля. Чистил я свои наушники от своего прекраснейшего металлоискателя Minilab Equinox 800. И вот что произошло. Вот такие вот подушечки на наушниках. У меня слезло вот это покрытие. Было вот такое вот покрытие прекрасное, удобное. Но со временем она стерлась, и я это все счистил, чтобы было удобно. Потому что, получается, такие ошметки на теле, когда ходишь, это не очень приятно. Я поэтому решил все очистить. Вопрос в следующем. Вот, как говорится, все, ладно, уже покрытие мы потеряли. Что можно предпринять в этом случае? Чем можно покрыть, или есть какие-то моменты, когда можно что-то заменить, да? Друзья, у кого, кто встречался с такими проблемами, если можете, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Мне будет очень интересно, потому что надо будет это как-то все-таки заменять, или что-то с этим надо делать. Все, большое спасибо, всем удачи на копе.